Слушайте, говорит Москва. Начинаем всесоюзную комсомольскую радиоперекличку. Партии правительству рапортуют рабочие Москвы. Пущены в ход новые гиганты промышленности. Шарикоподшипник, автомобильный завод имени Сталина и другие. Им нужен металл. Выпускает с конвейера новые партии тракторов. Сталинградский тракторострой ждет от Магнитогорска высококачественного металла. Говорит Луган, готовы два новых типа сверхмощных паровозов. Наш завод приступает к серийному производству. Увеличьте нормы металла. Самого Магнитогорска и Кузбасса. Товарищи, штурмуйте угольные пласты. Добывайте руду, ловьте металл. Стране нужен советский автомобиль из советской стали. Отвечает Магнитогорск. Магнитогорск.
Возрамов. Стонов. Николай Михайлович. Николай Васильевич. 1883 года. Сталинград. Откуда? Из Оренбург, колхоз «Новый труд». Направление вербовщика есть? Есть. Давай. Откуда? Фамилия. Давай следующего. Владимир Иванович. Нет, командирован. Вам соглашение. Какой срок? На один год. С какого предприятия? С Ленинградского завода имени Сталина. Работал электромонтером. Что у вас, бригада прибыла? Нет, двое. У нас замик насчет рабочей силы туговато. Рабочий. Крестьянин. Член профсоюза? Да, 17-го года. Нет. Партии? Нет. Да, член партии. Как фамилия? Афанасьев. Сколько лет? 19. Откуда прибыл? С колхоза, из-под Самары. Кем работала? Окончила ФЗУ. Работала слесарем на Луганском паровозостроительном. Кем? Был пастухом. Член партии? В комсомоле. Партийный? Беспартийный. Как тут с хлебом? Пильщик я. А инструмент свой? Свой. Да, соусы варня жилдыгену. Тебе справочные надо. Ардан келдин, кардаш. Бачидан келдин, деда-да. Кердан келдиныз? Карагандадан келдин. Яхше, хизмет. Кангадан келдин, да? Карагандадан келдин. Несегдан, да? Анда шахтада монтёрден ишледим. А сіз кайдан келдіз? Сіл Уралдан. Не ишледіз анда? Шахтёрм ишледі. Пролетария, танватен, туда, расчет, театр.
Good morning. How are you this morning? What have you done yesterday? Мистер Габриэль, мы закончили газотвод и приступаем к монтажу калашниковой площадки. Бригада Ишмакова свечу тоже закончила. Вчера сделано 250 тонн. Хорошо. А вот ваша комсомольская бригада может кончать вот этот час? Послезавтра? Наверное, кончим. Ну, окей. Черт возьми, ростовцев кроет там. Сколько? 300. Клепки-то! Давай закрепим. Thank you.
стойка! Скорей! Покрепче. И обводи кругом ее. Вокруг, да-да, давай. Ну вот. Thank you.
жмем руку ударникам конвейера. Кузбасс, Магнитогорск. Где моторист? Почему простой? Почему простой? Моторист опять не вышел, вот и стоим. Товарищ инженер, нет моториста. Опоздаем с выдачей кокса. Надо Мичухина позвать, он кран хорошо знает. Зови его, он там, на батарее. Не видел? Туда пошел. Сейчас простой на батарее. Моторист второй раз прогуливает. Некому загрузку производить. А замены нет? Да нет. Искали. Поставить некого. Ну ладно. Thank you.
говорит дежурный горкома. У тебя ребята знают о штурме? Ну так, держи в сборе. Да. Ну, ребят распределил? Сейчас готовы. Слушаю. Горком комсомола. Сейчас. Ну-ка, достал? 4 машины пошли к баракам. Алло, машины пошли. Да-да. Ковальчики, ковальчики, ударный!